А сейчас, внимание на экран, появляется специальное предложение только одного дня. Это самая выгодная покупка, ты знаешь об этом? Нет, я не знаю, но благодаря тебе я узнаю, многие телезрители узнают. Многие телезрители не знают, как облегчает нам жизнь мультиварка. Сегодня Олег Сотников вам об этом расскажет. Ну, а я бы хотела сразу сказать, что сегодня вы мультиварку получаете не одну. Приобретая сегодня с максимальной скидкой мультиварку от бренда Scarlett, вы автоматически получаете... Подарок, ты любишь подарки? Да, я обожаю, тем более в данный момент. Итак, внимание, мультиварка от бренда Scarlett с росписью, именно росписью русской, с росписью жесткого. Но заказывая сейчас, вы получаете еще в подарок поднос от меня и телеканала Shop and Show. И от меня тоже. И от тебя давай тогда тоже. Так, давай открывай, кушать Итак, хочется. Приглашаю вас, что готовит наша мультиварка? Во-первых, 8 автоматических программ на русском языке. Все очень понятно, мамы, бабушки разберутся. Скажи, пожалуйста, Олечка, вот такое у нас приготовление говядины. Говядина. Мягкой говядины. Вот, говядина, ребята! Как вы готовите говядину? Вот, Олег, обычно мы не шеф-повара, обычные женщины, которые ежедневно стоят возле плиты. Вначале отвариваем говядину 2-3 часа, а потом, если ее нужно с корочкой запечь, это делаем при помощи духовки, понимаешь, да? Здесь абсолютно не надо. Здесь есть 8 автоматических программ, все на русском языке. Есть функция жарки. То есть ты сначала это мясо обжариваешь, чтобы получилась корочка, а потом готовишь, включая всего лишь одну кнопку. Друзья мои, 8 автоматических программ. Редкое исполнение. Бренд Scarlett специально объединился вместе с жесткого. А жесткого все знают, это 19 век. Была роспись подносов и делали вот так. Как для мужчин, интересно, вот важно на кухне иметь не просто мультиварку, помощницу, но еще и красавицу такую. Это очень важно, особенно это очень любят женщины. Поэтому мужчины, для тех, кто только включился, сделайте подарок своим женщинам. Ой, сделайте красавица. Вот такую вот помощницу. Главное, что любой разберется с этим легко, потому что здесь 8 автоматических программ и все на русском языке. Так, вот подожди, ты говоришь 8 автоматических программ. Да. Моя мама бы сказала, это значит 8 кнопок. Нет, мне лучше, чтобы была одна выкл и вкл. Хорошо, давай разбираться, давайте взглянем сюда. Посмотрите, вот пароваркой ты пользуешься? Да. Пользуюсь. Отварка супа ты готовишь, тушение ты готовишь, приготовление абсолютно разных блюд. Все идеально. И это бренд Scarlett плюс идеальная роспись жесткого. То есть это совместный проект. Если вы хотите прикоснуться к истории, тогда это предложение для вас. Оля, а ты сейчас мне не задала вопрос, что я приготовил два блюда одновременно. Ты же сказал, что это и пароварка одновременно. То есть можно не тратиться на приобретение пароварки. Достаточно купить мультиварку сегодня по супер доступной цене красного цвета. Это самая выгодная покупка. Получить в комплекте еще и пароварку. Но самое главное, что мне нравится в мультиварке. Все загрузил, нажал одну кнопку, там все, наверное, по-русски, да? Все разберемся, и ушел. Ушел с кухни, можешь даже потанцевать немножко для настроения. А кто будет готовить, скажете вы? Готовить будет ваша красавица. Давай еще раз про дизайн. Невероятно. Итак, давайте рассказывать сейчас буду вам, как она устроена. Приготовление двух блюд одновременно. Идеальная роспись на вашей кухне. И 8 автоматических программ на русском языке. Взгляните, как просто. Молочные каши, жарко, отсрочка приготовления крупы, приготовление выпечки. Вспомните, как вы готовите. Выставляйте температуру. Здесь полностью все автоматически. Печь давайте можем. Разбираться. Угу. Да, заказывая прямо сейчас, вы получаете вот этот подарок. И максимальную скидку в 1000 рублей. Да. Молодец. Угу. Итак, разбираемся, как она устроена. Во-первых, она очень идеально компактна и красива. Объем чаши 4 литра. Это оптимально на семью от 4 человек. Антипригарное покрытие, конечно же, здесь присутствует. Друзья мои, ну и дальше разбираемся. Во-первых, здесь в комплекте вы получаете мерную ложку, мерный стаканчик и второй ярус, чтобы приготовить два блюда одновременно. Но взгляните, пожалуйста, на меню. 8 автоматических программ. Все очень понятно. Хотите, выпекайте, хотите, тушите. Ничего не лишнего. А знаешь, Олечка, еще в чем преимущество? В чем? То есть обычно нажимаешь две кнопки, либо выбираешь программу, либо старт. Здесь всего лишь одну. То есть захотели молочную кашу, одну кнопку нажали и готовите. А теперь взгляните, я сейчас буду поворачивать и демонстрировать вам дизайн. Красавица со всех сторон, правда? Ну, я лично обожаю не только расписные такие вариации, но еще и цветы.
цветочный принт заставляет нас улыбаться чаще. Улыбайтесь, заходя на кухню. Ну, во-первых, от того, что у вас такая красавица на кухне. Ну и, во-вторых, потому что вот она, ваша помощница. Причем, ты знаешь, когда мы нанимаем шеф-повара, нужно ему многократно платить за обед, за ужин. Да? А в данном случае один раз платим 2699 рублей, максимальную скидку экономим и готовим каждый день. Не мы, а она. Олечка, но есть хорошее сообщение. Заказывая прямо сейчас наши телезрители получают подарок. Так. Точно такой же поднос Жостова. Именно бренд Жостова, кстати, разработал именно мультиварка Скарлетт, объединение из Жостова. Ты знаешь, что такое Жостова? Давай напомним. Во-первых, это исторически так сложилось. Они всегда расписывали идеально подносы. При дворе работали. То есть отправляли всегда подносы именно туда. И торговали. Ну и компания Скарлетт с 15-летним существованием, они, друзья мои, разработали, нет, не подносы, они разработали эту мультиварку, где 8 автоматических программ, идеальная ручная роспись и, внимание, заказывая прямо сейчас. Вы получаете абсолютно бесплатно поднос. Знаешь, почему поднос называется? Почему? Прям поднос и подносим, понимаешь? Это здорово. Всего заказ... Так, ну, делайте заказы с самого утра. Не забывайте, что это самая выгодная покупка. Ну, а если с самого утра встали, сразу и бронируйте, потому что кто знает, когда закончатся наши мультиварки, которые пользуются колоссальным спросом. Что здесь? Итак, о, как спросила женщина, что здесь? Итак, мы приготовили идеально мясо, говядину. Два блюда одновременно. Еще раз посмотрите. Рулеты куриные на пару. Это верхний ярус. Приготовили овощи одновременно и приготовили помидор. Помидор у нас служит в качестве соуса. Посмотрите, какое идеальное приготовление мяса, потому что все соки остаются внутри. Внизу я приготовил в качестве гарнира гарнир из картофеля, к примеру, или можно просто овощи. Ой, здесь немножко сыр тоже добавил. Да? Я вообще обожаю такие блюда именно с сыром, знаешь, овощи с сыром. Ребята, это 1000 рублей сегодняшняя экономия, это красавица на вашей кухне, которая украсит ваш интерьер. Это изумительный подарок. Кстати, вот если вы думаете о том, чтобы своей мамочке, которая устала за всю свою жизнь, стоять возле плиты, подарить вот такое освобождение от готовки, ведь мультиварка готовит одним нажатием кнопки. Да. Звоните именно этот вариант и заказывайте. Все просто, легко и доступно. Только 8 кнопок на русском языке. Но самое главное, смотрите, даже упаковывать не нужно. Она выглядит потрясающе, нарядно. Оля, как мне нравится, что ты сказала, упаковывать не надо. Итак, еще раз. Бренд Скарлетт. Совместно с компанией Жостова они сделали идеальное приготовление. 8 автоматических программ. Но заказывая прямо сейчас, что наши телезрители получают? Получают еще и поднос. Такой же красивый, очаровательный, как и наша мультиварка. Как не хочется отпускать Олега, ты еще не уходишь? Нет еще. У нас дальше продолжается. Оставайтесь с нами. И вот этот поднос вместе с мультиваркой идет.